Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, мой сын Ярик, и сегодня мы играем в Гаррис Мод, пытывать себя на прочность, на умение и на ловкость. Ну что, Ярик, ты готов? Да. Так, берем самых слабых и поднимаемся выше. Как для меня, давайте два Бонни и две Чики. Прыгиваем одновременно, иди сюда, Ярик. Давай. Можно использовать только СМГ. Хоть какое-то оружие, да, все, СМГ. Прыгиваем с этой стороны, и отсчет времени. Ну или посмотрим, кто первее сольется, я или ты. Раз, два, три, спрыгивай. Видно их? О, идут, смотри. А что на меня агрится? Ребята, там Ярик есть. Они прям по парам разбили, смотри, это близнецы. Близняшки Бонни и Чики. Ну потому что они тебя любят, хотя я тебе там чуть-чуть помогаю, хорошо? А, кстати, что я не стреляю по ним? Смотри, я сейчас убегу. Опа! Они легкие. Я знал. Давай потом с тобой буду. Вторая волна, я уже буду Фокса ставить. Есть. Ну, агритесь на Ярика, я тут. Папа, я тебе помогаю. Но есть. Командная работа, да? Они сюда не могут зайти. Они тебя там не достанут. Давай, суетитесь. Какие они шумные. Ой! Нежданчик. Так, в здании сидеть не будем, потому что они не идут. Да. Это скелет, я испугался. Никого больше нету. Ну что, выходите, я вас не боюсь. А, мы всех убили, Ярик. Ну да. Кстати, я дольше прожил. Я знаю, ты выиграл. Раз, стоп, два, три, четыре. Пошли с той стороны спрыгивать. И у начинается... тебя СМГ только есть, у меня такой. Раунд. Я не буду спрыгивать, я надурил тебя, ладно, я шучу. Ну, поехали. Да. Получайте, Фокси, вы мне ни почем. Они бегают? Да. Он застрял, я буду это использовать. Ну. Папа, осторожно, чтобы сзади никто не пришел. Никого нету. Я боюсь оглядываться. О, потом еще мы, ребята, фиолетового человека поставим. Это будет намного веселее. Но это разминка. Ну вот видите, застряли, и все так нечестно, по сути. Ну ладно, убьем. Так, ну что, тут бегает один? Тоже застрял. Тихо, он бегает. Попался, да, Ярик? Ну, он как-то плохо бегает. Он бегает, он не бегает, как хочет. Они как-то по льду шлифуют. Может, то, что у него ноги металлические, и по льду, по снегу просто буксуют. Да, Фокс себя плохо показал. Ну что, ты готов? О, два этот. Голден Фредди будут. Два уже внизу ставит. Раз, два, три, четыре. Побежали, Ярик. Бегут. Подожди, тут вход есть? А входа нет. Все, папа, я в нычечке. Где-где? В нычке. Я знаю, это в машине. Да, они там сидят, я вижу. О, я сюда. Ты умер. Они за мной. Дом. А, не дом. А, он по лесу не может ходить. Я нашел их необольное место. Ох! Ярик, ты справляешься? Я его убиваю, папа. Так, я иду помогать тебе. Сколько их тут наплодилось. Потом плюс трапы еще будут. Папа, вали. Это отвлекающий маневр. Я, давай. Короче, гранаты кидаю под ноги. Будем объединяться. Ой. А. Завалил ты мою нычечку, папа. Ничего страшного. Но каждая граната, смотри, убивает. Все, мы убили их. Ярик, по мне не стрелять. Вы же вы так кричите-то? Ползите ко мне. Как какие-то мурашки. Ракашки ручные. У вас не боишься. Папа, иди сзади дома, я тебя жду. Не-не-не, я здесь. Я вижу марионетку, она, короче, двери там пытается поставить, не может. Поломала. Марионетка. Оп, я на машине, Ярик, она меня тут не достанет. Она опять пошла к тебе, я вижу. Марионетка, ты что меня так любишь? Так, надо быть осторожным. Она может подойти с какой стороны. Надо быть внимательным. Она может откуда угодно прийти. Мочи их, Ярик. Этих таракашек.
Так, одна ушла. Патроны. АР-2 пошло. Так. Третья волна простая. Вот, марионетка. Так, ну что, открываем охоту на марионетку? Да, берем АР-2, пошли. Иди ты вперед. Я буду здесь ждать, я буду прикрывать. Я боюсь, если честно. Пап, иди ты. Она очень мощная. Вон она стоит. Она как в фильме ужасов. Ярик, смотри, я пробегу и не боюсь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Стрельни по ней разочек. А чё она там стоит? А просто по ней надо стрельнуть разочек. Ну и ничего. Марионеточка. Не, так нечестно, Ярик, надо ее переставить. Так нечестно. Пусть ходит. Она в лес не может зайти, тут деревья ей мешают. Опять стоит. К ней дверь. А, подожди, надо дверь удалить. Удалим двери. Может, она обиделась? Побира. Мочи, 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 Ярика, давай. А я живой. Она. Я думал, там ветки, она голову ударится. И все, и не сможет меня убить. Так, я в кафешке. Она вот стоит. Передумала. Дверь не может открыться. Тихо. Я могу. Все, папа, я марионетку убиваю. Давай, я иду к тебе. Убил ее? Нет. Она меня наоборот. А-а. Вон она. Мы убегаем. Так, сейчас на машину запрыгну. Ух, как быстро она. Чего я так боюсь? Она такая вроде не сильная и страшная. Убивает моментально. Тихо-тихо, марионетка. Есть. Есть. Молодец, Ярунька. Неужели есть марионетка? Фиолетовый человек. Два. И две марионетки. Это волна для самых опытных бойцов с аниматрониками. Пап, иди сюда. Давай, на счет три. Раз, стой, стой, стой. Я, Ярик, я тоже возьму такую винтовку. Стой. Это с Ариусом 2? Да-да, я знаю, сынок. Миниган. Так, ну, Ярик, не забирай. О, 1256. Ух, я чувствую, будет очень жарко и мощно. Раз, два, три. Спецназ готов к бою. Папа, самое главное, марионеток не вылетит. Я убью, Ярик, я очень опытный. Это кстати, упало. А-а-а, это угол был. А фиолетовые парни-то хитрые. А чё он пошел вовнутрь? А, ты там. Я здесь, фиолетовый человек. Расстреливаем его, давай-давай. Есть. Так, спринт-трап 1, спринт-трап 2. Так, давай дальше почти смотрим. Теперь у нас будет 2 плюш трапа. Кошмарный Фокси. Он по льду, когда плохо бегает. Давай, так, кошмарный Фокси. И... Поехали. Как всегда. Сейчас, 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 Ярик. Нет, еще марионетка одна будет. Ого. Да, Ярик, это мощная волна. Забыл тебе сказать, что очень мощная. Раз, да? Два, три. Спецназ готов к бою. Идите сюда, щенки. Аниматронические. Ух ты, какой скример неинтересный. А, а я живой. Это был скример. Папа, я живой. Раскрыл секрет марионетки. Успел, да? Я ее не убил. А, блин. Это было прикольно. Папа, что, мне нравится такие делать бойни. Дать мне выйти? А где они? Возле дома, входа, там, где двери такие стеклянные. Иду. Отвлекаю на себя, Яро. А я здесь, щенки. Они не хотят. Ай, Фокси. Фокси плохо буксует по снегу. У него какие-то тапки летние. Ничего, я сейчас марионетку зато устраню, папа. Есть, а, одна марионетка. Ярик, у Фокси, походу, шлепки. Шлепанцы летние. То он плохо и по снегу уходит. Шлепанцы. На, в голову. Не догонишь. Так. Есть. Откинулся. Так, еще спринт-трап. Давай их удалим, потому что так нечестно. Они застряли. Давай нормально их поставим. Мы должны затащить. Тем более они быстрые, пацаны. Ярик, я ставлю. Раз, раз. Помчали. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Ра, давай ра, их погоняем, ра. Пусть схемы разогреют.
Ярик, они быстро бегают или нет? Быстро, быстро. Есть, одного убить, давай я хоть немножко. Подстреляй по голове, самое главное, тогда они очень медленно начинают. Я отвлекаю, Ярик, давай. Мочи его в спину. У нас команда. А, у меня нету. Шар, лови! Блин. А, Ярик, ты меня убил. Ну ничего, ты его убил. Можно и пожертвовать. Потому что черепашка-ниндзя лучший. Давай, он еще три. Раз, два, три. Вене использовать. Папа, ты че не прыгнул, алло? Ого, я прыгнул, их очень много. На машины не запрыгивай. Не, ну если сильно будет тяжело, то я на машину. На машины не запрыгивать, это ж нереально. Так, а R2 беру. Не, я беру этот драма. Ой, они дверь выломали, ты видел? Ух! Вот это банда, и когда 10 штук, они прям двери ломают. Одна ломает, другая бьет, третья кричит, четвертая тебя ищет. Папа, иди к грузовику, посмотри, что я сделал. Иду. Ты их сагнул все за собой. Ярик, так и держи. Это будет специальная тактика. Я бросаю гранаты. Отойди от края грузовика. Ну-ну-ну. Есть, Ярик, граната, отойди. Я пошутил. Все, папа, я готов. Сколько ты там марионеток? Все, Ярик, готовься. Ого, у меня FPS немножко упало. Его на 8 FPS просело. Я внизу. Карамба! Убийца! Не, я беру базуку, так будет не ляля. Ух, откуда она взялась? Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. А у нас тут, как всегда, мочилово. Ярик, все, не спеши. Не спеши. Раз они собрались тут все вместе, два гранатка. На правую кнопку мыши он недалеко бросает ряду. Ай, граната. Ой, мы мониторы тут разломали. Уходите. А, через дверь не дамажит. Это печально. Ярик, все, не бросай, я буду жертвовать собой. Да, ты смотри по обстоятельствам, как прыгать. Ух! Не успел, да, короче, Ярик, я? Да. Вот они все здесь, они все здесь. Ребята, не трогайте нас. Вы добрые. А, я выйти. Всех тут валю вообще подряд, папа. Так, фиолетовый парень уходит. Отдыхать, говорю, уходит. Он же меня пошел. Алло, фиолетовый парень, полегче. Не могу убить. О, прикольно, раскорячился. Так. Я беру дарабаш. И шары мои не берут. О, марионетки! Ух, а чего вы решили развернуться? Ах, ты ждала меня в проходе. Нет, их тут очень много еще. 10 штук. Есть, а я же спавнил, меня. Мне повезло. Ну не ставьте мне в этом доме зловеще. А, они не в этом доме. Арсов. Ой. Так, как же выбраться отсюда? Сейчас я подумаю. Роняю. О, сюда. Меня, отлично. Папа, у меня есть нычка. Да? Да, только меня сейчас убьют. Ого, их тут. А-а-а! Марионетки, учитель. Ах! Не, здесь могут показать вещи только базука. Ну давай с базуки их будем гасить. Мясо устроим им. Потому что тут без базуки никак не будет. Папа, я тебя там вижу, где-то там, где-то в доме. Я марионетку гашу. Да я выйду с этой стороны. Какое-то нереальное место, тут нереально выжить. Так, я вижу, она стоит. Я беру пушку, вы мне не доели. Я вам устрою настоящую. Ого. Ай. Они сюда не зайдут. Кровать меня спасет. А они умеют и пэкаться. Идут. И это 100% так, потому что... А! Ух, я ж дернулся. Не ожидал его здесь увидеть. Ты чё чиркаешь? Ты на кого тут ножик поднял? Тут я не боюсь. Тонов. Ярик, ищи марионетку. Она где-то запряталась. Она боится нас. Мы должны ее найти и убить.
Да сейчас найдем быстренько. Она в доме или? Не в доме. Снаружи. Ты ее видел? Не. Заныкалась. Она где-то в доме или? Вот, их тут две. Иди сюда пушку неси. Подальше, чтобы не отрикошетило. Во, пойдет. Вот пойдет. Во. Нет, тоже не во. Вот так точно не отрикошетит. Четко. Во. Не берет их через стекло. Дамаг не проходит. Еще как папа берет. А, берет? Ой-ой-ой, тут все уже всю карту разломали, а им хоть бы что. Короче, берем пулеметы, Ярик. Да нет, тоже не прокатит. На тебе. Ты так отлетел прикольно. Марионетушки. А, посмотри, я сейчас открываю дверь, и мы их валим, да? Давай. А, да блин, они убивают. Давай еще раз, я подожду тебя. Может, второй раз получится. Сейчас. Готов? Открывай. Да, давай. Ох! А чё я так плохо назад пошел? Ну хотя бы папа. Вон она ходит, я ее вижу. Ее не вижу. А вот. Чё они свой ТТП хотят? Холодно им. Марионетки. Аниматроники, короче, любят в тепле сидеть. Ярик, что, давай твоя волна. Давай, папа, прыгай первым. О, так, я вижу марионетку, Бонни, Чику. Ой, ты там убил только кого-то? Пушечка показывает вещи. Вот. Ну все, папа. Теперь только осталось. Умри! Папа, тебя сейчас там по-любому завалят, садись. Нет, я отобьюсь. Там нереально выжить. Есть, я убил ее. Так, кого ты еще поставил? Бонька вижу. Голд Фредди вижу. Кто еще был? Короче, разновидных. А, Балун Бои еще. Ярик молодец. Много всех поставил. Отвлекаю, так, морду начистили. Тихо-тихо-тихо, не подходи ко мне. Это очень острый ножик. Смотрите, не валится. Давайте с дробаша. Не любишь, да? Дробь, я тоже. Ах! Окружили меня. Не пап, ничего, такое тоже бывает. Бывает, бывает. Ну так интересней. О, неплохо. Выхожу и убегаю. Есть, получилось. О, попугайчики. Уходите, уходи. Так сразу темно стоит. У него уже панцирь. Папа, готов, на тебя целая армия аниматроников нападает. Да. Ого. Все. Идут. Я их не боюсь. Я их обману. Они не могут в лесу ходить. Давай, папа. Я тебе верю. А я сейчас Бонни убиваю. Марина, ну как ты тут ходишь? Нормально, держимся. Окружат, не окружат. Не смогут. Так. А, прохода нет. Обманул. Красиво. Ярик, ты их ставишь еще много очень. Это знаешь, как Ярик называется? Аниматроника Апокалипсис. Ну да, я устроила. Догнала. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.